Физкульт, привет, друзья! На связи Мускул Шоп. Я Сергей, и сегодня поговорим о том, как похудеть на велотренажере. Как же можно похудеть, занимаясь на этом спортивном снаряде? Да очень просто. Вы садитесь на него и крутите педали. Вот и все, что вам нужно. Но нужно понимать две вещи. Первое – это режим тренировки. То есть у вас тренировка, чтобы максимально эффективно проходила, должна содержать интервальные тренировки. То есть вы занимаетесь в режиме, к примеру, определенной нагрузки, там 2-3 минуты, следующие там 2-3 минуты меняется нагрузка. Соответственно, дальше потом опять увеличивается, либо уменьшается, потом опять снижается, либо увеличивается. То есть есть разные программы. Вот, к примеру, на вот таких моделях, которые программируемые, которые питаются от сети, это называется велоэргометр. Они включают в себя уже определенное количество программ. Соответственно, лучше брать, конечно, модели, которые имеют эти программы, потому что здесь вы можете задавать режим тренировки. И тренировка будет проходить более эффективно и, скажем так, вы сожжете больше калорий за тот же промежуток времени, чем вы занимаетесь в одном режиме постоянно, в одном темпе. Второй момент, то есть вы должны понимать, что ваше время тренировки должно состоять от 20 минут и до там, часу, до полутора часов. Это уже насколько вас хватит. Потому что чем дольше вы занимаетесь, тем эффективнее проходит тренировка, тем больше калорий вы сожжете. То есть вот эти два фактора учитывайте. И, естественно, регулярность должна быть. Не так, что вы там один день позанимались, потом через 3-4 дня вспомнили, мне надо заниматься, и сели на тренажер. Нет, тренировки должны проходить регулярно. Если ваша цель похудеть, вы должны задаться этой целью и идти к ней каждый день. То есть здесь планомерная работа очень важна. Вы должны заниматься минимум 20 минут в день. Желательно заниматься с утра. Утром лучше всего происходит обмен веществ и быстрее сжигаются калории. Но опять же, не все могут заниматься с утра, тогда вы можете позаниматься вечером. Но учитывайте тот момент, что желательно хотя бы там 2-3 часа до сна. Есть более подробное видео, как не угробить свои колени при занятиях на велотренажере. Это тоже очень важно, особенно там есть для мужчин интересная заметка. Посмотрите его по этой ссылочке. Если вы решили купить велотренажер для похудения и хотите похудеть, но не знаете, какой велотренажер вам подходит, вы можете все модели посмотреть на нашем сайте. Ссылочка будет внизу под описанием. Соответственно, если вы не знаете вообще, какой выбрать, под какие параметры, какой маховик, какая длина шага здесь будет, какие подшипники стоят, какие шатуны, какой лучше брать, какой лучше не брать, тоже самый важный момент, потому что многие очень ошибаются при выборе велотренажера. И потом приходится ремонтировать, менять. Есть моменты, которых многие не учитывают при выборе. Тоже есть на канале видео, как выбрать правильно велотренажер. Можете посмотреть его. Ссылочки будут под описанием к этому видео. На этом можно заканчивать. Заходите к нам на сайт Muscle Shop. Ссылка внизу под описанием. На этом все. С вами был Сергей, магазин Muscle Shop. До новых встреч. Пока.